Здравствуйте, дорогие зрители! Очень рада, что вы зашли на мой канал. Здесь мы разбираем разные передачи, анонсы с психологической точки зрения. Если вам нравится проект «Пацанки», напишите в комментарии. Особенно мне интересно, какая пацанка вам нравится больше всего. И сегодня мы поговорим о следующей серии проекта «Пацанки», а именно у них сегодня будет тема женственности. На одном из испытаний они будут стоять в таких телесных купальниках, если это можно так назвать, в белье, и будут красной помадой разрисовывать те места на своем теле, которые им не нравятся. Они будут очень сильно плакать и работать над комплексом для того, чтобы их побороть. Белла распустит волосы. У них будут уроки танцев перед ответственным балом. На этом мероприятии они будут соблазнять известного холостяка. Но одеты они будут в такие мужские одежды, с накрашенными красными губами. Это будет красиво и тоже по-своему подчеркивать их женственность. Как по мне, то проблема женственности – одна из основных проблем в передаче «Пацанки». Потому что на эту передачу идут девушки, которые боятся быть женственными. И женственными быть действительно страшно, потому что быть женственными означает быть уязвимыми, быть слабыми. Мужчины априори физически сильнее, а женщины очень часто подвергаются насилию со стороны мужчин и потом закрываются, становятся мужеподобными, толстыми, некрасивыми, просто для того, чтобы их мужчины больше не трогали. Это большая психологическая проблема. Если вам нравится проект «Пацанки», напишите в комментарии. Особенно мне интересно, какая пацанка вам нравится больше всего.